Приветствую вас на моем канале. Сегодня я буду готовить необычное по форме и очень вкусное печенье. Готовится такое зимнее печенье очень просто и быстро, а набор продуктов для его приготовления найдется в каждом доме. Рецепт ищите под описанием к видео. Вначале смешиваю сахарную пудру и сливочное масло. Масло необходимо достать из холодильника минут за 20 до начала приготовления, чтобы оно нагрелось и стало комнатной температуры. Затем в масляную смесь вбиваем одно яйцо и тщательно перемешиваем. Желательно, чтобы яйцо также было комнатной температуры. Теперь добавляем какао. Просеиваем его через сито, чтобы в тесте не образовывались комки. На очереди разрыхлитель и щепотка соли. Соль – катализатор вкуса. Она делает тесто более гармоничным и сбалансированным. Вливаю в тесто подсолнечное масло. В интернете советуют брать без запаха. Я особо не выбирала и добавила то, что было под рукой. Муку в тесто добавляю частями и так же, как и какао, просеиваю через сито. А пока я это делаю, у вас есть время подписаться на мой канал и поставить лайк. На моем канале вы научитесь выращивать редкую устому, обновите стены в технике тысячи линий или разберетесь, как построить современную полку-стеллаж. После того, как все части муки просеяны, замешиваю тесто. Оно получается очень пластичным и не липнет к рукам. Собираю тесто в шар, накрываю его пленкой и уношу в холодильник на 20 минут. Пока тесто отдыхает, разогреваю духовку до 180 градусов. Через 20 минут достаю тесто из холодильника. Отщипываю от него небольшие кусочки и формирую овал. Затем с помощью ножа делаю надрезы, сначала в одну сторону, затем в другую. Не делайте надрезы слишком глубокими, иначе красиво сформированные чешуйки не получится. Противень застилаю бумагой для выпечки и перекладываю шишечки на него. Напоминаю, что духовка к этому времени уже разогрелась до 180 градусов. Выпекаю примерно 15 минут. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой или склеить между собой вареной сгущенкой. Вот такое невероятно вкусное и очень шоколадное печенье у меня получилось. Надеюсь, видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня!